Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан и Хамил. Мы продолжаем проходить, а может даже и мучиться с картой Diversity 2. Эти схемы я уже не могу на них смотреть. Давай. Ой, а у меня остался этот рычаг. Круто. Я рычаг забрал с той с нижней. Круто. А пыль забрал? Пыль? Нет, пыль я не мог, но рычаг я забрал. Пыль красный флаг у тебя всегда. Так, где у нас А вот, ты стоишь, да? Чтобы оно поднялось, оно здесь. Ага. Ты здесь стоишь, чтобы так, оно поднялось. Сюда пошло. Подожди, я уже начинаю потихоньку понимать. В общем, чтобы сигнал пошел... А что тут дофига всего, я не пойму. Чтобы пошел вот на эту, да? И для этого надо, чтобы вот это поменялось, да? Это ничего не влияет. Ну как не влияет? Оно влияет на вот этот сигнал. Смотри, тут за наш все поставлено. Подожди, оно... Так, хорошо. А это что делает? Не вижу. А, ну факел, подожди. Особо ничего они не делают, да? Так, что-то я начинаю понимать. Берем пыль. У нас есть, понимаешь, всего одна пыль. Мы ее ставим сюда. Тут сейчас бы дорога, что... Что из обсидиана построила? Простроена стены вроде. Не знаю. Так, оно. Тут не зря сделано, чтобы можно было пыль поставить, понимаешь? А, у меня же есть рычаг, чё я? У меня же есть рычаг. И чё? Подожди. Ладно, так. Если это поставить, этот уберется. Во. Палочка. Во. Чё эта палочка делает? Она с палочкой стала, так. Подожди. Ты понимаешь, какая-то запутанная схема? Она запоминает. Понимаешь, в чем дело? Я не знаю, нужна ли вот эта пыль здесь. А смотри, она особо ничего как бы не делает. Ладно, давай поставим пыль сюда. Давай теперь рычаг этот уберем. Бжи, а если я уберу его? О, ничего такого не произошло. Ты рычаг не взял. Я его потерял, где он? Вот он на блоке стоит, я тебе дам его. На. Так вот, куда ты кинул? Так, подожди. Смотри, вот сюда пошел этот. Надо, чтобы он сюда пошел. Вот сюда, чтобы пошел, как сделать? Сюда. Подожди. Так, ну что? Отойди. Смотри, вот он сюда идет. И сюда идет. Надо, чтобы вот по главной ветке пошел ток. Ток. Посередине, да? Да. А везде есть ток, а тут нету. Тут нету. А ты там ростовым поставь вот тут здесь. А, тогда там не будет, да? Не, ну он типа может запомнить. О! Стой, я что-то сделал. Да, головоломка. Папа, он же запоминает, да, редстоун? А, тут же не будет редстоуна, точно. Смотри, я вот этот нажал. И он из палочки превратился в такую штуку. Что нам это дало? Из палочки превратился в такую штуку. Ну, я не знаю, как называется. Но. Это какой? Повторитель? Повторитель, умножитель, делитель. Так. Теперь нам надо, чтобы вот этот, чтобы по нему ток пошел. А как по нему сделать ток? Тут уже редстоун есть, ты что не горишь? Так я вот и думаю. Я, видишь, не знаю, как они работают, вот эти штуки, вообще, честно говоря. Ну, ты-то разбираешься хотя бы. Да нет, я методом... Не как я.
Да я, ты чё, да. Я методом логического тыка. Почему логического? Так, допустим, мы нажимаем. Тут пропал редстоун. Тут появился. Тут пропал, появился. Папа, редстоун вижу. Редстоун факел, вон он торчит. Так, подожди. Он ничего не активирует. На-на-на-на-на-на. Ничего. Да, ребята, я вот раз не разбираешься с редстоуном, значит не разбираешься. Поэтому... Сколько рычагов у меня? Миллион. О-о-о-о! Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Так не горит. Подожди, так не горит. Это... О! Это вас можно пройти? Подожди. Смотри, они надо нам. Я понял. Надо убрать палочки. Вот эти. А как? Сейчас, подожди. Только не нажимай. Ага. О, сигнал пошел. Ага. И надо убрать вот эту. Палочку. Чтобы это стал не палочкой. А я бы знал еще, что для этого сделать. Я бы не знаю. А может вот на этот рычаг надо нажать? Чтобы он убрал палочку. Не-не-не, стой. Вот здесь вот еще меняется. А, здесь меняется вот так вот. То есть я здесь правильно поставил, да? Теперь... Ну-ка, вот если вот этот убрать. Этот убрать. И его поставить сюда. О! Mm-hmm. Понял? Вау! Вот! Еще одну палочку, и мы пройдем. Теперь... Надо вторую палочку убрать. Так. А, он запоминает, смотри, круто. Теперь мы его сбиваем. И ставим вот сюда. Ага. Нет, подожди. Нет, мы ставим его вот сюда. Подожди. Кто же его поставить-то? Чтоб вот этот вот стал такой, знаешь, как на капузе. Подожди. Что меняется? Вот две палочки. Три палочки стало, ты чё? Где три палочки? Подожди. Вот, раз палочка, два. Четыре палочки, ты чё делаешь? Я понял. Он запоминает, что у него. Он когда палочка становится, а потом запоминает. Так. А чем ты палочки делаешь? Подожди, а если у меня сбить этот. О, он запоминает. Все круто. Оно запомнилось. Теперь надо на вот в середине, чтобы он стал двумя палочками. Ну, а что, палочка же надо наоборот? Нет, двумя такими, вот такими двумя. Ну, как я не знаю, как это называется все. А, ну, короче, ускорителем, да? Ускорителем, повторителем. Подожди. Так, сбиваем это и ставим, допустим... А тут больше некуда особо ставить. О, все! Дура! Я не понял. Но я больше не повторю это, я просто не помню. Не понял, как это. Что? Ну тут что-то попроще. Там еще, смотри, как разноблоки. Я застрелюсь, слушай. Смотри, тут полегче, тут мало. Тут мало. Ну а когда мало, оно, кстати, не всегда легче. И что тут делать надо? А зачем мы это проходим? Чё это? Дальше? Там где-то, там плита есть. Одна, да? Ну, одна, выходи, да. Этого от плиты. Ну, а что делать, я не знаю. Ты только не выходи, я тебя прошу. Я не выхожу, я просто здесь по этажам хожу, смотрю. Вот если ты выйдешь, я не знаю, что я сделаю. Так. Чё тут надо? Здесь, тут красная пыль вот здесь, её... Не надо было. Сбивать не надо, потому что ее некуда ставить. Угу. Поэтому нужно... Здесь. Это тоже ничего не делать. Поэтому нужно просто куда-то поставить рычаг. Куда? Допустим, сюда ставим. Ничего, значит... Ну как оно? Перестало гореть вот с этой стороны. Видишь? Значит, надо...
Значит, смотри, где мы переключили? Взяли сюда. Да. Попробуй сюда. Этот выключается. Подожди, там включилось. Подожди. Здесь включилось. Теперь. Теперь мы сбиваем и ставим его сюда. Погоди, папа, а тут всего же. Тут некуда не красный факел ставить, а мы только рычаги, получается, мы сломаем. А куда ставить, получается? Мы же уже 3 раза поставили, и что-то не работает. Ну потому что подожди. Так. Нам нужно, чтобы загорелся вот этот факел. Вот этот факел, если загорится, все у нас откроется. Чтобы он загорелся, нам нужно выключить два этих. Наоборот, надо выключить. Все, я понял. Выключаем. Блин, он включается. А как же сделать, чтобы его выключить-то? Включи и выключи. Как включил? Вот я его когда сбиваю, он это самое. Нет, ты активируй рычаг и сломай. А может я могу снизу рычаг взять? Как это? Я снизу могу рычаг. Каждый рычаг полезен, так что давай. Попробуй. Попробуй какой-нибудь взять. Могу. Можешь. А еще один. Не знаю, дай один, значит, попробую. Ну не мешай мне, а. Так. 2 рычага, да, получается у нас. Обошлись. Ура! Тут, смотри, тут плита, тут плита лежит. Надо взять, снять блок. Это мое. Я люблю это. Чего это твое? Ну, это типа. Задвину там какой-то блок в угол там. Вот, все, бери. Плита! Ура! Взял? Да, наконец-то. Все, пошли. Пипец какой-то. Это мы всю серию. У меня голова квадратная стала. Так. Ура! Выйдем. Я выйду отсюда. Только подожди, ставь. Ты где? Я здесь. Только ставь туда, куда надо. Ты вначале подумай, куда ставить. А ты мне скажи, куда ставить. А ты мне скажи, что должно произойти. Ну, куда должно пойти? Ты мне скажи, я тебе скажу, куда поставить. Я не знаю. Я не знаю, откуда куда должно. По сути, вот надо, чтобы вот это вот что-то с этим произошло. Ну а с какой стороны? Смотри, подожди, логично, да, что вот здесь вот стоит блок. И от него должно сюда пойти. Ну. От этого сюда. Так у нас как бы все задействованы, получается, правильно? Нет, надо вот, смотри, вот смотри, как у нас сделано. Вот, оно идет вот так. Вот, и надо вот поставить плиту вот сюда. Я походу понял. Подожди, ты мне. И что, она сюда вот пойдет? Не, смотри. Сюда вот пойдет. Смотри. Вот здесь еще какая-то плита. Смотри, вот здесь плита есть. Вот здесь еще есть. Погоди, смотри. Она не туда пошла. А, значит, это вот так сделать надо. Ты уже поставил плиту? Да. Опять куда-нибудь не туда поставил. Так. О! Что-то сказала бум. Я говорю, вот все. Надо что. Смотри! Понял, надо, чтобы в лазуритные, в изумрудные блоки, получается, входило. И что? Сейчас. Вот, у нас одно у нас включилось. А он типа загорелся или что это он сделал? Ну, что-то произошло. А что? Непонятно. Ну, нажми. Что там? Я посмотрю, что он делается.
Но он уже произошло, поэтому второй раз он уйдет. Оно из серой шерсти стало оранжевой. Ну, одна только стала. Надо, чтобы все оранжевые, походу, были. Ну вот, вот теперь сюда надо. Погоди, а как вот это вот сделать, чтобы оно вон туда вот пошло? Вот значит вот так вот. Выключи, снова включи. А оно в стену пойдет же. Ну не знаю. Выключи. Оно в стену пойдет. Да, я посмотрю. Я хочу понять механизм. Видишь, оно в стену уходит, ага. Я говорю уже. А как сделать, чтобы оно прямо пошло вот сюда? А значит, не от этого надо, надо. Так. Получается. Надо, чтобы вот от этого пошло сюда. От этого сюда. Вот от этого. Чтобы пошло вот сюда, и тогда оно на зеленый пойдет вот сюда. Ага, значит, надо сюда, да, поставить плиту? Ну да. А как оно отсюда доведется вот до той плиты, вот до сюда вот? Вон оттуда вот. А как плиты нельзя сбивать, да? Нет. Ну можно выживать. Да как? А если человек неправильно поставил, и что ему делать? Ну... У нас должно выживание включить, собрать и поставить на нужную, получается. Или где-то еще плиты есть? Нет, пишется только одно из восьми. Ну, и до восьми только тут. И тут восемь блоков. А сколько плит-то у нас? У нас мы поставили, сейчас посчитаю, сколько их, один... 2, 3, 4. У нас мы поставили 5. Еще нам осталось поставить 3. Не, ну так значит где-то есть еще плиты. Ну да, но смотри, нам не хватит. Мы же неправильно поставили там некоторые. Ну тогда плиты еще искать надо. А их нет, то их нету. 3 будет только. А мы их поставим на нужные, а вон те, ну, которые мы не нужны поставили, мы же ее собрать не сможем. Не, ну давай поищем еще хотя бы плиты. Все нужно надо искать. Ну да, но надо еще какие-нибудь комнаты найти потайные. А где, ну, может быть, ну, где они могут быть? Заглядывай в эти картины, заходи, ну. Картины? Ну, пытаться. Ой, а я ее сбил. Я картину сбил, это нормально? Ну я тоже сбивал. Ну можно. Ну не писалось правила в ходе, что сбивать надо. Ну да, я сбил. Я все сбиваю. О, а тут опять какие-то ручки. Не знаю, зачем это все. Понятно. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.